вообще все эти страхи, которые российская пропаганда в головах россиян порождает, на самом деле никакого отношения к реальности не имеет. Так я тоже считаю, вот, да. Поэтому это чисто искусство. Мы же с вами, слава богу, находимся не в России, поэтому да. Что нам это обсуждать? А люди действительно верят в Россию? Вы как русский мне объясните, настолько это глубоко в сознании. Откуда я знаю? Я в России не был 4 года. Ну все, верят общайтесь они, там. Ну, с теми, да. С которыми я общаюсь, они не мне верят. Кажется, в какой-то степени каждый из них немножечко поражен немножечко, этой бациллой да. пропаганды. Это правда, она проникает. Но самое главное, что вот стоит им сюда приехать, вот буквально неделя, и они уже, так сказать, начинают смотреть на себя со стороны и говорить, господи, какими глупостями мы все видят, занимаемся. Видят, что мы не занимаемся военными спорами, что тут да, не ходят везде, да, да. Что мы детей не одеваем в форме, как это там делается, не делаем да, кроваты да. Для детей в форме этих да. Ракет и прочего. Да. А там то это все происходит. Да. И они, наверное, проекции думают, раз мы это делаем, значит, немцы тоже делают, и американцы. Это не, ну это же штурм Рейхстага недавний. Да, это расскажите в двух словах, что там было. Ну, это же смешно. Они построили под Москвой картонную модель Рейхстага и штурмовали его, взяли. Но самое смешное, там два факта, которые меня просто поразили. Во-первых, когда переодетые в форму солдат Красной Армии люди штурмовали Рейхстаг, который обороняли люди, переодетые в форму вермахта, то еще до взятия на Рейхстаге с самого начала развивалось Красное Знамя. О, еще да, режиссера не додумалась там, да. Это как-то не по понятиям вот. Так. То есть немецкие солдаты по замыслу режиссера защищали здание, над которым развивалось Красное Знамя. Вот. А самое главное другое. Нелогично, да, нелогично. Самое главное другое. Самое главное, что они штурмовали Рейхстаг с круглым куполом, круглого фостера. Это, да, в то время вообще. Как тот Рейхстаг, который штурмовала Красная Армия в 1945 году, имел четырехгранный купол. Это они уже Бундестаг. Да, то есть они уже Бундестаг штурмовали с красным знаменем на нем. Это было очень смешно. Не дорабатывает. Да нет, ну это просто комедия.